Как Запад перехитрил сам себя? Какими будут санкции против России? Григорий Игнатов, «Журналистской правде», за 23 февраля 2022 года. Признание республик Донбасса стало для Запада полной неожиданностью, не реагируя на которую они катастрофически теряют репутацию, но и как соразмерно отреагировать не знают. Признание независимости республик Донбасса прошло в лучших традициях специальных операций в масштабе целого государства. Быстро, слаженно, каждый солдат знал свой маневр, и пока Владимир Путин подписывал указ о признании, танковые колонны российских войск уже готовились выступать на защиту ЛНР и ДНР. Как и 8 лет назад в Крыму, все прошло как по нотам, без срывов и неожиданностей. Но пока еще недостаточно отрефлексирован еще один чрезвычайно важный момент. Трезвая оценка руководством России всех рисков на международной арене, связанных с таким важным шагом. А она, эта оценка, оказалась изумительно дальновидной. Давайте посмотрим на ситуацию глазами противников России примерно недельной давности. Вроде как все против. Все анонсируют ужасные санкции, ждут российской агрессии со дня на день, бомбардировок Киева, а затем отключение SWIFT и иронизации российской экономики. Основной посыл такой. Россия загнана в такой угол, что любое ее действие будет считаться преступным и последует немедленное наказание. И вот внезапно оказалось, что у такой позиции есть две стороны. Те, кто думал запереть в углу Россию, загнали туда самих себя. Вот об этом и поговорим. Итак, российские войска вошли в Донецк и Луганск, которые считаются территорией Украины с точки зрения международного права. Ау, ребят, вы хотели вторжение? Вот оно, вторжение. Правда, без боев, без крови и по просьбе местных жителей. Но вторжение же. Ну, ваш ход, давайте, отвечайте. Санкции, ЗАДА, вот это вот все. И вот здесь началась комедия. Собравшийся прямо ночью по нью-йоркскому времени Совбез ООН продемонстрировал полную растерянность. Один за одним выступали разные немцы-французы и призывали Россию отменить решение, прекрасно понимая, что этого никогда не будет. Этими риторическими заклинаниями они обеспечивали себе позорную, но безопасную позицию, что-то делать, ничего не делая. Понятно, что разрывать экономические связи с Россией куда неприятнее, чем просто потерять лицо. Усугубляет ситуацию еще и то, что Путин сказал Макрону и Шольцу о своих планах за несколько дней до их реализации. Соответственно, в Париже и Берлине было время подумать, как именно реагировать. Их не застали врасплох, они не импровизировали, а сознательно, взвешенно сделали так, как захотели сделать. Большое заседание Совбеза ничего интересного не принесло, все ограничилось призывами. Но самое интересное, как отреагировали сами адепты санкционного давления, то есть США. Байден немедленно, ух, человек-ракета какая-то, ввел санкции против ДНР и ЛНР. До слез, вот честно. Просто да и коты. Запретил, понимаешь, американские инвестиции в республике Донбасса и торговлю с ними прекратил. Раньше на этом там все и держалось, на американских инвестициях и торговле с Америкой. А как сейчас будет? Пойдут по миру однозначно. Опустеет республиканский бюджет, накроется весь донбасско-американский торговый хаб. Просто финансовое цунами какое-то. Это шутка, если что. Объем американских денег в ЛДНР примерно равен количеству цветочной пыльцы в Гренландии или даже меньше. Мне кажется, не стоит на этом останавливаться. Дело серьезное, и бить штатам нужно всерьез. Надо запретить участие донецкой команды по бейсболу в американских соревнованиях, запретить донецким ученым участвовать в проектах Пентагона и, наконец, отменить уже взаимный туризм. Больше пока старина Джо и вся его компания ничего не сделали. А Боря Джонсон не сделал даже и этого. На словах «ты Лев Толстой», а на деле «холостой». Но есть еще один интересный поворот. В Киеве и на страницах западных СМИ сейчас радуются, что Россия сама похоронила Минские соглашения, и это считается хоть каким-то плюсом от происходящего. Увы, все вовсе не так. Постпред России в ООН Василий Небензя уже заявил, что признание России независимости ЛНР и ДНР не делает Минские соглашения мертвыми, поскольку на момент их заключения ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость, и признание России, а директор по безопасности и стратегическому развитию нового экспертного международного института НЭМИ Дмитрий Ефимов разъяснил, что обнуление Минских соглашений
не значит роспуска нормандского формата, но теперь Россия будет говорить в нем с позиции силы. С позиции силы, понимаете? То есть Киев просто ухудшил свою переговорную позицию, и как это может считаться достижением, совершенно не ясно. А в остальном все призывы к России урегулировать конфликт дипломатическим путем будут услышаны. Разумеется, только дипломатическим. Просто мы тут немножко свою позицию усилили, окей? И встреча Лаврова с Блинкиным не отменяется. Почему бы и нет? Поговорим, конечно, уже с точки зрения новых раскладов. И даже готовы выслушать ваши призывы, которые вы дежурно произнесете перед тем, как перейти к реальному торгу. А в итоге Запад посадил сам себя в лужу. Они изначально так высоко задрали планку со своими угрозами, потому что в кулуарах знали, Россия ни на кого нападать не собирается, угрозы выполнять не придется. Но Путин вышел за рамки сценария. И сделал действия в такой плоскости, когда с одной стороны невозможно не ввести санкции, а с другой невозможно их ввести. Вот и думайте там. Пока что вы выглядите очень бледно. Вместо обещанных кровопролитиев вы даже чижика еще не съели. Григорий Игнатов. Как Запад перехитрил сам себя? Какими будут санкции против России?